кто это? Директор? Да пошел ты в жопу, директор. А вот и сам наш тортик. Да, моему самоедику исполняется уже 7 лет. Вот. Тортик, сейчас мы идем его поздравлять. Он уже лает очень. Вместе с собакой. Вот я потому что ему обещала, я его поздравлю. Мой пёсик. Аташ, подожди! Подожди! Я поздравлю. Аташ, иди ко мне, на, смотри. Аташ, смотри! Иди ко мне, на. Смотри, ты мой сладкий, ты мой хороший. Ты мой самый лучший пёс. Я тебя больше всех уже не люблю. Я тебе дарю на твоё 7-ти-ле, на твоё день рождения, мой собственный тортик. Сейчас мы вынем все шпажки. А, Таш, иди ко мне, на. На, можно. Кушай. Кушай, кушай, мой зайчик. Кушай, 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 молодец. Давай. Тебе еще 7 лет. Еще не 7. Еще 10 лет. Все. Да, все, конечно, разброс. Но ничего страшного. Живи, мой сладкий. Сейчас пойдем гулять. Стой, давай кошке оставим чуть-чуть. Прям чуть-чуть она хочет тоже попробовать. Давай. Ну подожди, подожди, все, подожди, подожди. Чуть-чуть кошечки, давай. Чуток, прям чуть-чуть-чуть. Хорошо? Давай прям чуть-чуть кошечки. Ну подожди, подожди. Так, тоже давай, кушай. На. Вот, это, короче, ей немножко. Ну давай ешь, пока Акташ не съел. Ну, в общем, пусть Акташ доедает. В общем, сейчас мы вышли. Сейчас мы пойдем нашим собачкам. Кто не смотрел прошлое видео, прогулка с новой с лабрадором Евой, обязательно посмотрите. А, вот это наш новый член собачника, новая собачка. Сейчас мы идем и к нашим старым называем собачкам и новой. Ева, Ева, да нет, не надо, не гагар, она сейчас придет. Красивая, все, пошли. Глаза вам все высушили.